Германии правительство призывает граждан и компании экономить энергию из-за кризиса. Но не только люди, целые города разрабатывают план, как уменьшить потребление энергоресурсов. Так, в Мюнхене оптимизировали освещение улиц и перешли на светодиодные фонари. А еще снизили минимальную температуру воды в бассейнах. В Нюрнберге хотят ограничить освещение исторических зданий в темное время суток. Также с середины июля до конца сентября здесь закроют 3 городских крытых бассейна. В Аугсбурге местные власти решили создать кризисную группу, чтобы предотвратить рост затрат на электроэнергию и отопление. Первым делом здесь предлагают отказаться от освещения фасадов зданий и закрыть городские фонтаны. Ботанический сад Аугсбурга вынужден будет значительно сократить время работы волшебных огней, хотя они и привлекают много туристов. Огни будут работать только в субботу до 22:30, а не полуночи, как было раньше. В некоторых городах Баварии подумывают даже об отключении светофоров на определенное время суток. Этот вопрос сейчас анализирует полиция. К зиме в Германии хотят создать специальные залы для неспособных оплачивать отопление людей. Подобные планы есть у властей города Людвигсхафен, расположенном в земле Рейнланд-Пфальц, где под такие помещения намерены отдать крытый спортивный центр, который раньше уже перестраивался в вакцинационный центр, а теперь там будут установлены кровати и доступное тепло. О готовности начать организовывать подобные залы заявили также Нойштадт, Франкенталь и Ландау. Другим темам. В Германии слишком сложная система оплаты за проезд в общественном транспорте. Так считает министр транспорта ФРГ Фолькер Визинг. Он решил упростить тарифную систему этой осенью. По словам экспертов, билет за 9 евро уже показал, что общественный транспорт может быть очень востребованным. И дело не только в дешевизне билета, но и в простоте использования. Поэтому нужны фундаментальные изменения в тарифной сетке транспортных компаний. И о здоровье. Департамент здравоохранения Федеральной земли Бранденбург провел первую вакцинацию человека против обезьяний оспы в Потсдаме. Прививка понадобилась человеку, который контактировал с инфицированным и находился в группе риска. Сейчас в Бранденбурге согласовывают, как будут сделаны дальнейшие прививки от обезьяний оспы. Министерство здравоохранения Федеральной земли подтвердило 28 случаев заражения этим вирусом в регионе. Также на этой неделе первые дозы вакцины от обезьяний оспы начнут вводить и в Берлине.